на улице Южной в микрорайоне Шереметьевский имеется вот такая аварийная опора. А теперь лайфхак по ремонту таких опор предлагает нам зампужик Хакульчицкий или его подрядчики. Нанотехнологии от Долгопрудного. Честно, я когда увидела ответ на Добродель, я, честно, даже не поверила своим глазам, что настолько цинично можно отвечать заявителю. А вот эта опора может шлепнуться, не дай бог, на кого, в любой момент. Я думаю, что это личная ответственность того модератора или кто там курирует ответы, что вот такое присылать людям. Вот такое. Блин, стыд. Очень надеюсь, что проблема будет решена максимально быстро. И вот эта опора, которая мало того, что имеет аварийный наклон, имеет еще вот такие дефекты и разрушения. Игорь Иосипович, не отвечайте больше так в Доброделе.